организм пропащенной крови – это не просто слово. Это то, что воспитывает настоящих героев. И сегодня мы видим, сколько наших бойцов, которые были специальной военной операции, и в разных горячих точках, прошедших школу, армейских пропащенных крови, прошедших соревнований, показали себя настоящими героями. Мы очень ценим этот турнир. Он не только спортивный, но и патриотический, в первую очередь, турнир, потому что каждый раз во время открытия рассказывается о подвиге, который совершил Николай Чепик. Это очень важно, чтобы ребята, которые сегодня участвуют в соревнованиях, они брали пример не только в спорте, но и в том военном деле, которым они занимаются. И, конечно, турнир Николая Чепика дал большое количество спортсменов, очень большое количество достойных людей, военнослужащих. Поэтому здорово, что он есть, что он развивается. И побывали, и сейчас они там находятся. И уже кого нет живых, выполнили свою задачу. И также выполняли здесь, на этом турнире. И там до конца они себя показали достойно. Наша команда очень хорошо подготавливалась к этому турниру. Очень хорошо тренировали броски, удары. У меня очень хорошо получается борьба, отработка наших приемов, особенно бросков через бедро, через спину с колен, которые я сумел выполнить на этом турнире и этим завоевать победу.